Ну что, дорогие друзья, безусловно, в предыдущей серии вот этот автомобиль меня лично, я думаю, что вас тоже очень сильно удивил. И хоть и не золото, но мы все-таки выиграли тот самый чемпионат и получили бронзу, но надо двигаться дальше. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на продолжение прохождения кафешечки в игре под названием Gran Turismo 7. И тут кое-что интересно намечается. Дело в том, что я не... Ребят, вы знаете, я равнодушен к этой марке, но меня заинтересовало меню номер 22. Коллекция BMW M3. И, кстати, тут так получилось, что мы как раз-таки в предыдущей серии E46-то нам подарили. И осталось выбить, по сути, M3. Так, подожди, ну-ка, давай просто начнем, сейчас все Лука расскажет. В этом видео я предлагаю вам пополнить коллекцию машинами баварской марки BMW. Друзья, я не BMW-дрочер, совершенно спокойно на это реагирую. Так, а именно мощными спорткарами, которые эта компания выпускает в серии M. Как только вы получите все три машины, возвращайтесь за заслуженной наградой. Ну, одна у нас уже получена. Надо побороться за остальные. E46. Я вот не помню, по-моему, мы уже как-то нам удавалось, да, на ней прокатиться. Gran Turismo. Что-то мне как-то вспоминается, что я на ней ездил здесь уже. Но одно дело просто прокатиться, а другое дело поучаствовать в каких-то гонках и занять первое место. Я думаю, что это будет интересная борьба. И, судя по всему, вряд ли там будут чисто BMW, там, скорее всего, будут другие. Это будет какой-то немецкий, наверное, чемпионат. Ну, давай посмотрим, давай посмотрим. Так. Приусу спасибо за неповторимое, так скажем, ощущение победы. Вот, но надо двигаться дальше, поэтому мы, конечно же, уже Приус... Понял тебя. Так, подожди, а какие еще там у нас еще? У нас нам надо две, да? Е30 и... Ну что ж, я думаю, что как мы поступим? Давайте, наверное, Е46 я хочу опробовать на Нюрбургринге. Мы выиграем Е92, и на Е92 прокатимся уже, поборемся за Е30. Вот так будет, мне кажется, логичнее всего. Нюрбургринг. Сменить машину. 520 рейтинг у Е46 вполне подходит сюда. Ну-ка, кто примерно у нас соперник-то будет? Соперники. М3 Е30, М3 Е46, Е46... А, так все-таки BMW. Да нет, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Австрия. А, блядь, GP! Ну тогда фигня. Я-то думал, реально сейчас Норшляйфы поедем. Кстати, странно, что до сих пор еще как бы как таковых задач не было по Норшляйфе прокатиться. Я готов. Е46 на обычной резине. Ёбаный в рот. А я правильно? Подожди, ну я, конечно, просто, ну это будет же, это же пиздец будет, если не на дождевых. Вот мне приходится просто тратить на ровном месте. Главное, лотереи мне дают минимальное количество денег. Я их сразу же даже больше трачу на резину, это пиздец. Так, а что у нас, нам дадут выехать? У нас рейтинг же, наверное, вырастет. Повезло. Повезло. Друзья, ну просто не на дождевых. Это сейчас и так будет пиздец, я думаю. Но на обычных я бы сейчас охерел. М3 Е46. Интересный автомобиль, который очень интересно протестировать. По слухам, если поставить стоковую М3 Е46 против моей матрешки, М3 Е46 проиграет. Она довольно тяжелая. Именно поэтому большинство все-таки любят Е36. Потому что она легче, это, наверное, такая самая оптимальная база для... Блин, слушай, она держит дорогу. Я думал, совсем будет скользячка жесткая. Она держит дорогу. Удивительно. Конечно, не Prius. Нормально, нормально. Это вполне допустимые такие сносы. Я-то думал, совсем жопа будет. Не, Е46, честно, мне очень нравится купе. Кузов Е46 прекрасен, как по мне. Вот реально классно выглядит. Но... Интересно, конечно, там мотор, а еще он шел в связке с ДКТ, с первой такой ДКТ, ужасной ДКТ, которая как бы и тупенькая, и своеобразная, и ломучая, и дорого стоит. Поэтому сейчас, на данный момент, конечно, М3 Е46, если приобретать, то, ну, во-первых, живую практически не найти, а во-вторых, конечно, на механике. Ну и эта машина создана для того, чтобы она была на механике и дарила эмоции. Но мне очень нравится кузов, реально, вот, наверное... По кузову 46-я мне нравится больше. Но она настолько тяжелее. Я в килограммах, конечно, сейчас не назову. Но она реально намного тяжелее, чем Е36. Поэтому, на самом деле, Е36 более даже интересно.
И многие любят строить серьезные проекты именно с 36-ми. Потому что 46-я такая получилась. Она чересчур уже, знаете, какая-то гражданская, что ли. Но классная, классная. Слушай, я не думал, что она так в дождь. То есть, смотри, дождевые покрышки. То есть, понятно, если я сейчас газу где-то передам газу. Ну, бля, в пизду, короче. Ну, короче, вы поняли. Поддам, короче, газу больше, чем надо. Это закончится плохо. Ох, высокооборотистый мотор. Приятно звучит. Машина полностью стоковая. Я бы, кстати, блять, вот тут, конечно, неловко. М4, здравствуйте! А тут старая школа! Фига они еще, смотри, затюненные, блядь. На синих дисках такой пацанчик. Да, сейчас новая школа удивлена, наверное, да? Что тут старенькая Е46 еще и при желании боком немножко может дать. Что-то М4-то не едет, блядь. Странно, мне кажется, боты едут не на всю силу. Потому что у меня стоковая Е46, какого-то хера я без проблем обгоняю напрямой. Новую М4. Ну как новую, не новую уже, М82. Это уже предыдущий кузов после... Так, тихо. Тихо. Да-да-да, дожик серьезный. Зря. Воебоны, Санек, твои до добра не доведут. Думал, за контролю. Ну как можно на БМВ и не повалить боком, ебаный в рот, в дождь? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я просто поверил в выворот. Уже все, уже познакомился с ней, могу. Хорошо, блядь. А я не против, что дождик идет. Конечно, на обычной резине я бы сейчас охерел. Но это держит. Блядь, я прям очень удивлен, она хороша. Так, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Немножко побалуемся. Бля-бля-бля-бля-бля. Опасно, я понимаю, что чуть-чуть перебздю. Недобздю, блядь, и все. Но весело. Не, все-таки, ну, нравится, конечно. Конечно, мне нравятся эти машины. Они интересные, они классные. Старые BMW, да и вообще BMW неплохая машина. Да, если что, это не я говорю. Вы этого не слышали, вот. Я нейтрален, совершенно. Вот, но я безумно рад. А что у нас температурка-то, смотри-ка, больше 100. Интересно, а сколько у нас градусов, подожди. Я не вижу, где термометр-то, блядь. Смотри, на 4-й, даже, в принципе, с газа в подъеме она... Опа! Веселая малышка-то, а? О-хо-хо-хо! Не, классно, классно, я рад, что, конечно, у нас меню BMW. Но, чисто просто вот, как бы, не хватает клатча сейчас выжать. Так, немножко, я так сильно не борщу, потому что, все-таки, говорю, Гран-туризма своеобразная физика... Дрифта, я просто боюсь ее заложить и потом нахуй. Опа! Вот тут интересно, сейчас скользячку поймал. Ну его нафиг. Я лучше на М2 в реальной жизни пофанюсь, блядь. Оп! Тихо-тихо-тихо-тихо. Это было специально, естественно, само собой. Просто я думал, что получится более по-затяжному. Так. Ну все, там меня уже. Они, короче, сыкуны, блядь. Я понял. Мои соперники сыкуны жесткие. Они на сейве жестком едут. А мне пофиг, я, блядь, фанюсь. Да, блядь, ну не может такого быть. Не может такого быть, откровенно. Не верю. Все нормально, все под контролем. Ну, я про то, что... Конечно, сложно через экран чувствовать, да, то, насколько машина там идет. Ну что-то как-то в других играх мне это удается делать, а здесь почему-то нет. Все равно очень странно реализован дрифт Гран-туризма, но в целом вполне себе. Да, интересно, что сейчас будет на Е92, потому что, ну, наверное, будет не дождь, будет как бы сухо, но тем не менее там и мощность побольше, и мотор не менее интересный. Там уже у нас V8. И что же этот V8 нам преподнесет? Вопрос. Очень интересный. Так, я думаю, что мы ее дорабатывать просто не сможем, иначе мы по рейтингу не пройдем. Я не хочу иметь машину, которая будет быстрее соперников, иначе вся конкуренция просто пропадет. Ну вот они, красавчики, смотри какие. Ой, каждая по-своему хороша. А мы на стоке, мы уверены на стоке проехались. Так, а слушай, давай перемотаем, где я там бачком-то наваливал. Подожди, как тут? Я не умею нихуя пользоваться этим. Ой, блять, че? Так. Ага. Вот он. Так, тут меня развернуло, а дальше я уже начал... Так, ну-ка, подожди. Ну давай... Блять.
Ща, как скрыть-то, блять? Скрыть меню повторов. О, так, просто хочу посмотреть, как это было со стороны. Так, ну я чуть-чуть, видишь, я чуть-чуть, потому что боюсь, ну дождь, ёбаный рот, смотри, вот он с перекладочкой. Подвеска стоковая, так, конечно. Вот он, агрессивный, а, пацанчик. Не, ну в дождь на ямке, а как по-другому-то, блядь, как по-другому? Понятно, что надо прийти первым, но мы справились с задачей, как бы. И плюс еще немножко так насладились. Так, вот, такой, просто такой пауэрслайдик небольшой, и все. Как такового дрифта-то нет, потому что, я говорю, пустить тачку сложно. Чисто газом ее там как-то раскачка и все такое. Но пофанился немножечко. Сейчас Е92, интересно, как себя поведет на обычной резе, даже если дождя не будет. Смотри. О, с газика, оп. Сейчас, тут не получилось сразу, оп. Вот чуть-чуть так, ну-ка, сейчас, давай, подожди. Где там самый топовый момент-то был? Самый топовый... А, на скорости, где меня понесло-то? Ну как понесло? Это было запланировано, еще раз говорю, но... Так, это вот дальше, да? Вот тут, по-моему, сейчас будет. Это тут? Ну-ка. Вот он! Оп! Тут, конечно, заколебался, потому что, ну, блядь, я говорю, в реальной жизни это проще, чем в игре словить. И... Хорош, бля, М3, а, сосочка такая, Е46. Вот он, оп! Оп, немножечко шалунишка. Ну, классно, повторы, конечно, классно сделаны у Гран-Туризма. Прям одно наслаждение смотреть. И тут вот, конечно, ну, я не верю, что угла не хватило. Бред. Не, она должна была по-другому это пройти. Ну, не знаю. Либо я просто не чувствую через экран, но почему-то говорю, в других играх чувствую, блядь, Гран-Туризма не чувствую. Очень странно. Все равно дрифт, конечно, здесь реализован так себе. Но это не помешает мне сейчас на Е92 заняться подобным, даже если будет сухо. Такс! Угу. Ну, здесь, конечно, Red Bull Ring там, по-моему, ну, нет, есть моменты, где можно пройти боком. Такой же рейтинг, кстати, даже почему-то чуть-чуть меньше. Но я говорю, 1655 килограмм. А, нет, я же с Е36. Е92-то, понятно, да, еще. А сколько Е36 весит? Короче, дохуя она весит по сравнению с Е36. Все, это сам факт, факт зафиксирован. 420 сил, V8, Atmo. Мотор очень интересный, еще и связки, опять же, с ДКТ. Предыдущий, нежели в кузовах. Интересно затестировать ее, пока на М3 Е92 я еще не ездил. Так, параметры машины, пока ставим эти. Я не знаю, что там по погоде, но, наверное, все должно быть хорошо. Не думаю, что будут проблемы. Думаю, что все пройдет гладко вполне. Ну, как сказать гладко? Боком. Вот почему только М4 тут это, у соперников так душно едут, я не понимаю. Они точно едут не вовсю. Вот он. Но тут уже более современные шкалы приборов, мультимедиа. Все дела. Так. Пока слушаю, кстати. Ну, бля, конечно, сложно их сравнивать, потому что я говорю, мы только что катались в дождь. Ой, как он крутится. 8500, вообще изи. Не, что Е92, что Е60, там, ну и Е63, Е64, М6. Это, конечно, машины очень интересные. В8, В10. Тормоза стоковые, говно, блядь. Так, пока не рискую боком идти, подождите, надо сначала ее. Ну, а такая, кстати, вполне зацепистая. Учитывая, что сухо. Ну и видно, что она, конечно, быстрее. Звук басистее. Все-таки В8. Нерядная шестерка. Торможу. Да, тормоза стоковые, говно. Че, попробуем бочком? Я боюсь, реально, подожди. Я пока не хочу, все-таки догнать сначала. А почему там едет Айзенберг? Типа, у него этот российский флаг. Айзенберг. Ладно, так. Опа, тихо. На третий тут, ой, как смачно сейчас дымком было бы, а? Но, блядь, у меня немножко другая миссия. Мне надо выиграть, блядь, а я что-то как-то и не особо догоняю всех. Ну, стоит она хорошо. Стоит хорошо. Вообще хорошо стоит. Интересный цвет там у М3, который едет впереди. Голубоватая такая. Так, ну чё, три круга. Да не, мы-то, я думаю, справимся. Тут, конечно, все такие более... Блять! Прости, братан. Он на каркасе, что ли? Здесь такие все уже более активные. В дождь что-то все какие-то сонливые были. Еле-еле ехали. Я там единственный агрессировал. А тут уже поинтереснее. Первый круг и пока восьмой. Не до дрифта, если честно. Пока не до дрифта. Так, за счет слипстрима обгоняем. Обгоняем. Не, Е46, смотри, тоже может, да, на треке? Блядь, пизда, все, пизда. Куда я засмотрелся на спидометр, нахуя? Некрасиво получилось, ну ладно. Бля, прошу прощения. Еще более некрасиво получилось. Опа,
обгоняем. Не, мне просто 2 нравится. Мне то. Она. Мне все нравится в BMW, так что нормально все. Ну поэтому я равнодушен. Естественно, друзья. Естественно, равнодушие. Ну что они так заранее тормозят-то? Я понимаю, что надо сюда уместиться, но, блядь, можно и поагрессивнее, нет? Так, ну, едет на 2 по факту мощнее, на 100 сил, если даже сравнивать в лошадях, ну, на 80. Поэтому проблем с обгоном Е46 у нас никаких нет. Так, торможу, тормоза прям, ай, не хватает, пиздец, прям в последний момент вот. Еще чуть-чуть, как будто, и пиздец вообще полный. Тормоза, конечно, я бы доработал. Но нормально, она даже стоковая, чувствует себя прекрасно. Стоковая даже чувствует себя вполне. Так, тут можно, бля, на третьей тут вообще просто так можно газку сейчас поддать, но не буду. Очень хотелось пройти эту штуку боком, этот поворот, но... И здесь можно, в принципе, раздать. Ну ладно, не буду. Так, четвертая позиция, нам еще догонять и догонять. Кто там? Вот сейчас вот М-ки в кузовах поехали. М4 там впереди едет. Тут уже, бля, кстати, первый-то не буду, походу. Хуя себе, я тут расслабился, пацаны, после дождя. Дрифтить еще хочу, блядь. Тут бы, блядь. Не, ну третий-то точно буду, наверное. Все-таки уж должен. А кто там, подожди, второй едет? Вижу, что едет 92, третий едет. Второй не вижу, кто. Ладно, нормально. Надеюсь, дождь не пойдет последний круг. Не хотелось бы. Я к этому не особо был готов. Бля, прям, сука, вот вроде оттормаживаюсь поэтому. А, там Z8 едет. Фига себе, блядь. Лоренс и Лопес там едут впереди. Лопес, я так понимаю, едет на М4 новый. Ему вообще... У него все отлично. У него машина намного современнее и быстрее. Да, голубенькая, я увидел, сейчас проехала. У него вообще все, он вообще не беспокоится ни о чем. А здесь веселые ребята собрались, смотри-ка. Z8, охренеть. Где он ее достал? А вот это едет S2 как будто на тюнинге, да? Видно, что она как будто чуть-чуть впереди. Вот мы ускорились вроде равномерно, но вот сейчас он просто не давит. Так. Бля, какие тормоза на Z8! Прости, братан, у меня сток, блядь! Просто не успел! Я начал тормозить вроде как бы, ну, нормально все, а смотрю, он просто останавливается, а я ни хрена не останавливаюсь. Короче, на E92 на стоке говно тормоза, вот что мы берем во внимание. Бля, так хочется боком раздать. Блядь, ну это такое, я на сейве. Не, я боюсь, ребят. Я боюсь ее закладывать, потом не поймаю и нахуй все заново ехать. Ну реально в пизду. Бля, так хочется пиздец навалить. Ладно, все, держу себя в руках. Первое место... Не-не-не, я его не догоню. Тогда, блядь, М82, М4, куда мне? До нее. Потому что, видите, они не доб... Почему? Блядь, нормально, вписываюсь. Ну, как сказать, вписываюсь. По-своему вписываюсь так. Да. Ну ладно, второй так второй. По факту, блядь, ну на Е92, простите меня, с последнего места догнать М4, которая во всем другая машина, во всем намного быстрее. Ну, как бы это такое. Блядь, красивая. Мне вот нравится Е92. Но самый, наверное, красивый из строек кузов Е46 все-таки для меня. Я думаю, именно по красоте кузова Е46 прям топ. Именно купе, естественно, именно М3. Ну что, забираем М3 Е30. На Е30 я бы тут сейчас вообще охуел бы ехать против них. И у нас коллекция собрана. Так получилось, что Е46 я выиграл. 27 уровень, значит, сейчас будут еще лотерейные билетики, скорее всего, подарены. Ну давай, посмотрим. Так. А М3 F80 они сюда уже не добавляли, да? Они вместо этого добавили М4 F82, получается. Бля, этот бедняга, блядь, как он называется? 2000, блядь, 2, 2000, CSL, как это? BMW старая называется. Че он тут забыл, блядь? Бедолага просто такой. Сразу его все обогнали, он сзади где-то тащился, аккуратненько ехал. Ладно, красивые повторы, конечно, но надо посмотреть, что у нас там в итоге за награда. Выход. И я надеюсь, что лотерейные билеты будут. И надеюсь, что мне нужны бабки на всякий случай. Я же не знаю, что меня ждет дальше. Так, вернемся в кафе, это, конечно, здорово. Ну давай, ладно, вернемся в кафе, сначала от него награду получим. Потом уже зайдем в... посмотрим, что нам за левел дали. Так. Все, коллекция собрана, хорошо. Ну рассказывай, что знаешь про BMW. Поздравляю, вы собрали все 3 машины. Теперь у вас есть полная коллекция BMW M3. Когда вы заберете награды, я кое-что расскажу вам об этих автомобилях. Ну давай рассказывай. Блять, ну такая себе награда, конечно. Че расскажешь? Коллекция BMW M3. Меню 22. Сколько всего меню-то их? Ну штук 30, что ли? 25, не знаю. Так,
Компания BMW добилась огромных успехов в кузовных гонках, где состязаются машины на базе серийных. Какая красота-то, какая красота. Так, вам все. Первое время за спортивную деятельность BMW отвечало одно из ее внутренних подразделений. Но в 1972 году для этого была основана отдельная дочерняя компания под названием BMW Motorsport. Ее технические специалисты разрабатывали двигатели и для формулы, и для кузовных машин. В 1993 году она была переименована в BMW M, каковое название носит и по сей день. Все автомобили BMW M, которые вы видите здесь, являются серийными моделями. Даже на фоне остальной линейки BMW они выделяются как мощностью, так и популярностью. Первое поколение BMW M3, выпущенное в 1985 году, стало основой для туринговой машины компании. Эта модель с самого начала разработанная для гонок и по сей день остается легендарной серией M3. Тут не поспоришь, друзья, не поспоришь. Так, экзотика подъехала, блядь. Чего? Alfa Romeo Mito 4C8C Competizione. Бля, я недавно как раз угадывал эту, угадай тачку. Ну как недавно, относительно недавно. 8C и 4C, я офигел, что 8C всего 450 сил. Хотя это чуть ли не самый там быстрый Alfa Romeo. Ну, нет, сейчас там есть Quadrifoglio, все дела. Ну что ж. Итальяно перформанта, получается, в следующей серии нас ожидают, друзья. Ну, будем двигаться дальше. Так, хорошо, а что у нас в гараже? В гараже у нас один только лотерей. Так за уровень мне не дали, что ли, ничего? Один подарок. И все. Ну, давай. Мелочь сейчас. Вот самый, смотри, где самый минимальный приз? Так, ну, бля... А, тут машин много. Ну, вся мелочевка будет. Смотри, самая вот кучка... А, нет? Да. Блять, это просто пиздец. Я не понимаю их. Зачем они так сделали? 5000 кредит, такой хер! Блять, я на резину только 27 могу отдать на дождевую. Ну это бред. Они такие жадные, я не понимаю. Ну это вообще-то эта лотерея нужна, если ты знаешь, что всегда тебе выпадет самое хреновое, что может выпасть. Просто интересно, существует ли человек, который вот там куча слитков золота где, который вот это все ему выпало. И сколько это вообще максимально награда в деньгах, интересно. Ну что, друзья, сегодняшняя серия подходит к концу. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал Супервей. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.